Забавный щелчок. Чтобы сделать этот забавный щелчок, нам необходимы две палочки от мороженой, нож и две резинки. Разрежем палочку 1/3 длины. На маленькой части палочки сделаем выемку в виде буквы V, а на большой сделаем острый конец. На другой палочке сделаем 4 выемки, тоже буквы в виде буквы V. Вот и конструкция готова. Теперь осталось ее собрать. Теперь возьмем с острым концом палочку и соединяем в палочку с помощью резинки. Когда вращаем, то можем увидеть резкое движение. Потом прикрепляем маленькую палочку на большую с помощью резинки. Ставим под маленькую палочку маленькую часть от спички. Когда нажимаем на палочку, кнопка закрывается, открывается. Это делается очень легко, зажимая бумагу. Забавный щелчок готов для игры. Вращаем острую часть и ставим под маленькую палочку. Когда нажимаем на маленькую палочку, острая пластинка создает щелчок.